Друзья, перед вами Дели. Девочка, которую мы с вами спасали. Ту, что нашли умирающей под колесами машины, куда она забралась из последних сил. Кому мы снимали ночью клипсу, купали, снимали с нее клещей. Перед вами тот скелетик, который ничего не весил. И тот, что стал вот таким красивым у нас за неделю. Прошел курс капельниц. Кушает. Ребенок чувствует себя хорошо. Мои хорошие, я благодарю всех, кто откликнулся на помощь Дели. Я благодарю всех, кто откликнулся на помощь приюту «Лохматая душа». Спасибо, друзья. Сегодня Дели первый раз гуляет на улице. Мы ее вынесли. Я надеюсь, что ребенок и дальше пойдет на поправку. Она не злая, она просто очень испуганная. Перед вами Делечка. Спасибо вам за нее, люди. Вот это называется спряталась под дерево, да? Моя маленькая, ты моя красота. Делечка, Деля, Деля, моя девочка, да? Мамина девочка. Мы сегодня девочку вынесли погулять. Вот, видите, девочка у нас на травке лежит. Ребята, ребенок управляется чуть-чуть, но она еще очень-очень-очень испуганная. Да, солнышко мое? Делечка. Адель? Деля. Все, уже вечер. Ребенок у нас полдня на улице, на солнышке полежала. А сейчас мы ее занесем домой. Да, мое солнышко. А это возмущается сосед. Да, это вот кто у нас там возмущается. Да. В щелочку подглядывает и возмущается. Ничего, все хорошо. Ну что, мое солнышко. Друзья, это Адель. И я передаю вам большой-большой привет от девочки. Вы все переживали, выживет ли ребенок, потому что в том состоянии, в каком она попала к нам, ребята, это было практически невозможно. Но чудо случилось благодаря вашей поддержке, вашей дружбе, благодаря нашему труду. Ребенок получил второй шанс на жизнь. И пусть она вот такая еще маленькая, но она уже поправилась. И она уже, видите, сидит на ручках, она доверяет человеку. Друзья, большое вам спасибо за Делю. Таких, как Деля, у нас 3000. Я обращаюсь ко всем. Мои хорошие, вас 50 тысяч подписчиков. 50 тысяч. Ребята, а приют голодает. Отзовитесь, пожалуйста. Я вас очень прошу. Потому что мы делаем все возможное. А у вас просим всего лишь 100 рублей. Отзовитесь, пожалуйста, люди. Я вас очень прошу. Приют не выживет без вас. Будьте милосердны. Будьте сострадательны. Деля. Деля, Деля, ты хвостиком виляешь, кукла? А подойти ко мне не хочешь? А, козленок? Так, куда ты убегаешь? Делька, ну-ка, где ты есть? Вот она пошла опять в эту самую подсливу. Деля, 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 Деля. Ай ты, Аделя. Да ты красота моя. Маленький мой. Вот так мы уже ходим, видишь? И слава Богу. Ну что, солнышко? Что, мои хорошие? А? Да мои вы золотые. Адель. Аделька. Деля, Деля, моя девочка. И ты, мое солнышко рыжее. Да. Коленочки болят, коленки воспаленные, но ребенок уже ходит. Ей уже полегче. Противовоспалительное она получает и болеутоляющее. И дитё у нас хорошее дитё, да, такое все время хочет животик, чтобы ей чесали. Деля, все мои красивые, мои хорошие, мои самые-самые замечательные. Да, а за спиной у нас в вольерчике сидит очеренок, арнаш, амур, и возмущается, что его сюда не выпускают. Ничего, выпустим. Доброго здоровья всем, друзья, всем, кто отозвался и помог. От всего сердца огромное вам спасибо.